Тагильские атлеты приняли участие в чемпионате России по воркауту. Соревнования собрали более 40 сильнейших спортсменов из 30 городов страны. В течение 2 дней они боролись за медали высшей пробы в командном и индивидуальном фристайле. Тагильчанам удалось войти в число призеров в статических элементах. В дисциплине «Задний виз» третье место у Максима Рудометова. В дисциплине «Флажок» первым стал Шахрус Шадикулов, а вторым – Рустам Хайруллин.